Компот из яблок и апельсинов – вкусный, прекрасно утоляющий жажду напиток, который можно варить в любое время года. Конечно, особо актуальным такой компот становится в летнее время. Рецепт, как приготовить компот из яблок и апельсинов, достаточно простой и мало чем отличается от приготовления других простых компотов. Если хотите заготовить такой напиток на зиму, то просто разлейте готовый компот по чистым стерилизованным банкам и закатайте. Вода 2,5 литра. Яблоко 2-3 штук. Апельсин 1 штука. Сахар 120 грамм. Количество порций 5-7. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яблоки промойте, нарежьте их дольками, удалив сердцевину. Апельсин порежьте кружочками. Очищать апельсин не стоит. Вскипятите воду, отправьте в кастрюлю яблоки и апельсин, добавьте сахар. Проварите компот пару минут после закипания и снимите с огня. Оставьте компот на 30-40 минут, чтобы он настоялся, а затем уберите в холодильник.